Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 21 апреля 2017 года. Поговорим о теплице. Так. Фермер. Шириной 3 метра, длиной 6 метров. По торцам у теплицы у нас установлены разрезные двери форточки с двух сторон. Каркас теплицы сделан с профильной трубой 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Арки выполнены в виде ферм, что значительно повышает жесткость и прочность всей конструкции. То есть этой теплице не страшны ни сильный ветер, ни небольшая снеговая нагрузка. Также у нас в этой теплице установлены две коньковые фрамуги, оборудованная система термоприводов. И установлена система подвязки, по две нитки на каждую сторону. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100, пропитанной антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Хотелось бы обратить особое внимание на качество сварки. Все детали сварены в круговую. То есть обварка соприкосновения, место стыка идет в круговую, что исключает подтекание конденсата из внутренней полости трубы. Ну вот на этом и все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии свои. Всем пока!